Чувашии, как и по всей стране, начала действовать новая система финансирования капитального ремонта жилого фонда. Суть новации в том, что оплачиваем ремонт теперь мы сами, то есть собственники квартир. Это известие вызывает у людей массу вопросов. Новая система финансирования капитального ремонта жилого фонда вновь стала поводом для оппозиции в очередной раз упрекнуть республиканские власти в нежелании решить возникшую проблему. Об этом шла речь на митинге, организованном сторонниками КПРФ и «Справедливой России». При этом никто не задумывается над тем, что закон федеральный и его обязаны выполнять во всех регионах. Суть новаций в том, что оплата капитального ремонта теперь производится по отдельной квитанции. Понятно, что решение вызвало неоднозначную реакцию жителей. Больше платить не буду, потому что вторая квитанция идет мне, то, что я платил один раз, мне вторая, а еще идет квитанция за январь месяц, второй раз. Да скажите, зачем я буду платить дважды? Поддержать этот митинг и высказать свои, как бы, есть проблема, а есть пути решения. Вот не самое главное, чтобы говорить, как плохо, а надо сказать, как эту ситуацию изменить. Вот это самое главное. Пришли на митинг, поскольку, ну, на самом деле, в жизни не самая лучшая ситуация, а поскольку сам вообще вот этот закон о капремонте ничего хорошего для нас не сулит. Поскольку мы даже не знаем, за что как бы берут с нас деньги. Конечно, мне хочется, чтобы в наших квартирах в наших многоквартирных домах происходили ремонты, чтобы наше жилье как бы не только уветшало, ухудшалось, а на самом деле как бы делалось. Но просто нужно какой-то закон о том, чтобы именно вот дом. Я, допустим, предполагал и предлагаю, допустим, вот я живу в своем доме, у меня 11 подъездов. Вот чтобы именно счет открыли на мой дом, допустим, да, я лично сдавал вот на этот счет, а не так, чтобы куда-то уходили деньги и все, как бы не знаю куда. Просто мы же на самом деле не знаем, куда этот региональный оператор будет потом действовать. Решение о том, как платить за капремонт, принимали сами собственники жилья на своих собраниях. Большинство перечисляют средства в региональный фонд капитального ремонта. Такие фонды созданы по всей стране. Часть собственников аккумулирует деньги на отдельном счете своей управляющей компании. В федеральном законе четко прописано, что региональные власти несут субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным операторам обязательств перед собственниками помещений в многоквартирном доме. Предусмотрено в законе субсидирование как из федерального бюджета, так и из местного бюджета. Поэтому капремонт уже как проводился и было софинансирование. Поэтому я думаю, что и сейчас это же все сохранится. Поэтому говорить о том, что только собственники будут платить за капремонт, это неправильно. В принципе, против этого выступать не стоит. Капремонт просто необходим, иначе мы останемся без наших домов. Нужно платить, обязательно нужно платить, потому что та программа, которая есть еще программа так называемая краткосрочная, по которой можно те данные, которые в программе есть основной, передвигать по мере необходимости капремонту в каждом конкретном доме. И деньги можно брать за счет другого какого-то дома. Но ремонт нужно делать. За капитальный ремонт домов платили всегда и во все времена. Такая статья расходов была в общей квитанции услуг ЖКХ. Схема изменилась, когда жители приватизировали свои квартиры. Так что вполне логично, что, став собственниками, мы сами заботимся о сохранности своего имущества. Господдержка, как она была, она и будет. Но накапливать мы на свое жилье обязаны. Это наше имущество. Когда вопрос касается купли-продажи, мы пользуемся этой возможностью. Получаем от этого дополнительные доходы. А вкладывать в это жилье, в свое же имущество не хотим. Должны быть равные условия как в частном доме, так и в многоквартирных домах. Это наш дом, и мы его должны содержать, а не кто-либо другой. Взнос на капремонт общего имущества в многоквартирном доме является обязательным платежом. В соответствии с региональными стандартами стоимости капремонта, расходы на оплату коммунальных услуг и взнос на капитальный ремонт не должны превышать 10% семейного бюджета. Решение собственников помещений об отказе от данного платежа будет неправомочным. В любом случае, жителям республики следует прислушиваться к тем, кто действительно разбирается в проблеме, и не стоит поддаваться политическим призывам. Ну а в воскресенье, накануне Дня защитника Отечества, на площадь республики в Чебоксарах